Здравствуйте, это топ-шоу «Прикольные вопросы». И у нас в гостях Семенов Абрам Владимирович, тирая нога в жопе. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодой человек, здрасте. Здрасте. Мальчик, точнее молодой человек, скажите, пожалуйста, как вы думаете, что из себя представляет интернет? Хуйня с маслом. Мальчик или молодой человек, слушайте, ну вот как вы думаете, вот есть популярные сайты, Одноклассники, ВКонтакте, Битва миров, Call of Duty, Modern Warfare 2.com, вот как вы думаете, вы бы смогли бы... если превратились бы в компьютерного человечка, жить на этих сайтах? Ну, хуя, козе, баян. А что вы думаете о шоу плюс 1500? Ну, хуя, их максимум только удивит. А This is хорошо, это ведь хорошая программа, да, улетная. Наверняка вся семья смотрит, писаются от страха, ой, от смеха. Ну? А скажите, вы когда-нибудь взлетали, как этот айфон? На аттракционе, на каком-нибудь. Так, Да, блядь, я тупая дура. Скажите, пожалуйста, а что насчет того, чтобы, ну, может быть, рассказать о себе, кто вы, что вы представляете, где вы живете? Ну, какой больше компьютер нравится? Мне нравится... Эй, подожди, мы от темы отошли, тварь! Отвечай на вопрос! Так, хорошо. В какой школе ты учишься, мальчик? А еще мальчик... И у меня есть последний вопрос. Есть такой журнал, он называется Simple Wine News. Что ты думаешь насчет этого разрисованного тобой дядьки? Да, это пидор, бля. И с нами был наш постоянный придурок. Его зовут Николай. Всем... Блин. И с нами был наш постоянный придурок. Его зовут Мак... Блин. И с нами был наш постоянный придурок. Его зовут Николай. Всем спасибо. Оставляйте свои комментарии его... И с нами был наш постоянный придурок. Оставляйте свои комментарии, потому что дальше говорить не хочу. Я задолбался, сейчас и он получит. Оставляйте свои сообщения здесь и посмотрите на его нос.